Всем привет! Вы на канале «Домашние питомцы», дорогие мои подписчики, родные мои. Сегодня будет такое поздравительное видео, а так как я хочу вам пожелать, конечно же, здоровья. Здоровья вам, вашей семье, вашим близким, родным, вашим питомцам. Ведь здоровье – это самое-самое главное. Нас наступает 2020 год, год крысы. Ребята, я предлагаю вам сделать такую вот вещь. Так как у нас наступает год крысы, давайте все с вами дружненько купим подарки нашим любимым и родным крыскам. Пускай это будет что-нибудь, что-то вроде, там, не знаю, какой-нибудь вкусняшки, гамачка, домика. В общем, купите крыскам то, что вы хотели купить, но почему-то до сих пор этого не сделали. Они этого заслуживают. Крыски принесут нам счастье. Ну, конечно же, я желаю вам в 2020 году, чтобы ваша хотя бы одна, но самая заветная, самая желанная мечта сбылась. Правда. В 2020 году. Так что загадывайте желание под бой курантов. Я сказала исполнится, значит исполнится. Ну и конечно же я хотела вас всех поблагодарить, правда. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Вы не представляете, как вы меня поддерживаете, как поддерживают меня ваши комментарии, ваши лайки. Это действительно классно, это дает мне стимул двигаться дальше, расти дальше, снимать для вас и... Правда, просто вот огромнейшее вам спасибо за то, что вы со мной, что вы меня смотрите, что вы меня поддерживаете. А также я желаю вам в 2020 году перемены. Перемены к лучшему. Сделайте в этом году все то, что вы запланировали, все то, что вы так давно хотели. Я не знаю, исполняйте мечты. Не сидите, не ленитесь, прям действуйте. Будьте активными, будьте счастливыми, чаще улыбайтесь и знайте, жизнь прекрасна. Жизнь – это одно большое сплошное приключение. Да, бывают трудности, бывают какие-то проблемы, но... Мы с вами вместе, мы все сплоченные, да, мы люди, у вас есть семья, которая за вас горой, и поэтому знайте, что ничто вас не должно сломать в этом году, и вы должны добиться самых заветных целей. А с вами была я, Света. Подписывайтесь на мой канал, ведь для меня это так важно. Ставьте лайки, и всем пока! Кстати, это мое последнее видео. В этом году. Увидимся в 2020-м. Всем пока. Мэнни изучает мишуру. Вы смотрите. Привет. И чё, как тебе? Тебе понравилась мишура, да? Как? Тебе тут нравится? Да ладно, скажи, вот это да. Класс вообще, ему понравилось. Мэнчику понравилось там лазить. Нормально, да. Новогодненько, скажи. Ребят, это он ее не грызет. Я за этим слежу, конечно же. И я вижу, что он ее не грызет. Здрасте, ну куда это ты полез? И куда это ты и залез? И зачем? И ну что, ты кофе? Ты хочешь кофе попить? Хоп, все. Я не могу. Где моя новогодняя? Где моя новогодняя? Вот она, моя новогодняя крыса, да? Привет. Не-не-не-не-не. Ай, ты чё? Ну ладно, все, пора его убирать. Да чё ты меня-то ешь? Где? Ты моя новогодняя крыса. Надо его убирать сейчас. Он ее не разгрыз, я следила за этим. Я за этим следила, он ее не проглотил, не волнуйтесь, он ее слегка так попробовал на зуб, не проглотил. Если бы он ее стал есть, прям конкретно есть и прям глотать, я бы его сразу убрала. Да, поэтому в комментариях не бомбите, я следила за этим внимательно. Да, ты где моя радость? Ладно, все, буду я его убирать. Надеюсь, вам понравилось. Пойдем? Пошли? Че, нет? Не пойдешь? Пойдем, что ты? Ты как залазишь обычно по руке? Вот так вот. Все, всем пока.